17 алаңы. Разанбек Жамалов. Республика Дагестан. Параллельный зачет. Город Москва. Давид Баев также является победителем турнира «Аланы», престижный турнир, который проходит в Владикавказе ежегодно. Победителем юношеского чемпионата России, чемпионата мира юниорского, также является победителем. И чемпионата среди кадетов, чемпионата мира. Титулованный спортсмен, но, как я уже говорил, у Жамалова крепкая стена в лице Адама Сайтиева, который, кстати, по идее, должен его и секундировать. Да, Адам Сайтиев там. Красный пассив. В красном треке выступает Давид Баев. Мастер спорта международного класса. Представитель команды Дагестанского автономного округа Иран. Параллельный зачет. Республика Северная Осетия Алания. 15 побед. Тренируется под руководством Рашкова, Захарова и Анатолия Макеева. Лучшие спортивные результаты Давида Баева. Победитель первенства мира 2017 года. Но пока мы видим, что Жамалов старается работать через корпус, через верх. Баев же охотится за ногами. Подхват есть. 4 балла. С поднятием соперника. Отличный прием. И еще сейчас может улететь на 2 балла. Нет, один только зарабатывает выход за ковер. Рефери. Врача, по всей видимости, вызывает. Это золотой поединок. Судебригада в составе руководителя судья международной категории Анатолий Ковалев. Смотрим еще раз. Счет 5-0. Все-таки, то есть, в 2 балла засчитали. А, нет, в 1 балл. Все правильно. 5-0. Выход за пределы ковра. Да, 5 баллов, конечно, проигрывать в первом периоде очень опасно. Смотрим еще раз, как работают в центре. Борются за захват. Принципиальное, конечно, противостояние осетинской школы и дагестанской. Ну, выступает Жамалов за республику Дагестан, идет зачет. Но тренируется под руководством братьев, ну, представляет, вернее, школу братьев Сайтиевых. Город Хасавюрт как раз. Край ушел Баев. Ну, одним баллом можно было бы, наверное, пренебречь в данном случае.
Пока у Жамалова ничего не получается. Не получается пройти через корпус. Отлично отзащищался Баев. Снова сбрасывает захват. Первый период завершен. Второй период начинается. Подхват от Баева ноги. Если зацепится за корпус, переведет в партер, то будет еще 2 балла. Жамалов зарабатывает 2 балла. Здорово провел контратаку. Но еще нужно отыгрывать 3. То есть это 2 атаки. 2-бальные. Или 1-4-бальная. Ох, сейчас на туше мог положить вообще Жамалов. 2 балла отыгрывает. Счет становится 4-5. Вот так 4 балла упустил Баев. Выигрывал 5-0 и уже 5-4. Проход в одну ногу. Нет, не получилось. Попытка снова зацепиться за ногу. Неудачно. Хорошо сбросил Жамалов соперника, еще 2 балла он заработал и уже повел в счете. 6-5. Вот так отыгрывают 5 баллов, друзья. Жамалов ведет. Очень интересное противостояние. Невероятный финал. Цепляется Баев за ногу. Будет ли проводить? Нет, не получилось. Сбрасывает. А вот теперь 2 балла у Баева. 2 балла зарабатывает Баев. 7-6. Скрестный захват. Попытка накатить. Не перевернул пока. Нет, есть еще 2 балла для Баева. Накат сделал. 9-6. Три балла снова есть преимущество у Баева. В 3 балла. 2 балла отрабатывает Жамалов. 9-8. 20 секунд до конца, друзья. 20 секунд. 9-8. Есть еще 1 балл у Баева. 10-8. 11 секунд до конца. Жамалов не сдается. И крайне уверен в себе Жамалов. Видно по лицу.
Здесь убегает уже, убегает Баев. Один балл отходит Жамалову. 10-9, по идее, потому что Баев убежал за пределы. Нет, почему-то не дали. Вот сейчас 10-9. 10-10 дали все-таки, дали. Счет 10-10, но так как Баев заработал 2 балла по последнему действию, не просто за выталкивание, он одержал победу. Так, Адам Сайтиев вышел. Что-то, чем-то недоволен он был. Видимо, временем, которое поставили. То есть должно быть больше времени. И, собственно, 4 секунды добавляют. Ну, еще один балл нужен Жамалову. Нет, не получилось. Баев становится чемпионом России. В драматичном просто противостоянии, в невероятном. Невероятная схватка. Бесподобно просто. Лучше, на мой взгляд, пока на чемпионате России. 10-10 счет. Да, там 2 балла последний отработал Жамалов. Но так как это были выходы за ковер, последнее техническое действие, именно прием, был проведен именно Баевым. И при равном счете смотрится сначала, кто последний сделал прием. Последний прием сделал именно Баев, поэтому именно он побеждает. 10-10. Победа за Баевым. Опять же, напоминаю, 97-го года рождения Давид Баев и 98-го года рождения Розанбек Жамалов. У него, кстати, недавно было только день рождения, 1 июля. Но, к сожалению, подарок золота чемпионата России не получилось добыть. Ну что ж, дорогие друзья, такой спектакль увидишь сейчас. Смотрим еще раз лучшие моменты наших российских борцов. И мы благодарим обоих борцов за доставленное нам наслаждение этой борьбой. Настоящее искусство, упорство, характер, техника. Все, чем славится наша российская борьба. Спасибо.